Мария Шукшина создала себе образ борца за справедливость и сентиментальной ведущей шоу «Жди меня». Но мало кто знает, что родной внук звезды оказался на задворках жизни при живой бабушке и родителях. Всего у Марии четверо детей, но больше остальных отличился сын Макар Касаткин. Парень встречался с Фрейей Зильбер, которая родила от него мальчика Марка. Однако матери он оказался не нужен, поэтому быстро переехал к новой пассии своего отца. Илона Александрова приняла малыша как своего и даже заменила ему биологическую маму. Но спустя год с Касаткиным она развелась, а мальчика отдали на попечение няни. В этом году Марку исполнилось 5 лет, но о его судьбе ничего не известно. Судя по всему, он продолжает жить с чужими людьми. Все это время сама Шукшина никак не участвовала в судьбе внука и не пыталась образумить сына.